Зіпелор Спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Зіпелор Форте. Привіт усім. Ми повертаємося в студію «Твого дня» і до прямого ефіру Стасія Ровинська, Тимур Мироженченко. І у нас врешті гостя. До нас в День краси, так, сьогодні ж День краси, завітала експертка з етикету Юлія Юдіна. Добрий день. Юлю, привіт. Раді тебе бачити. Ти завжди, знаєш, таке складаєш враження про себе людини, яка впевнена у собі, людини, яка знає, як себе подати у суспільстві. Навчи нас, будь ласка. Ну, бо знаєш, до нас і хейтерів багато, які незадоволені, і хочеться якось і глядачам користь принести. Тож давайте поговоримо, що таке взагалі краса, і як треба, чи це лише зовнішній якийсь стан, чи це те, що у нас всередині, чи це те, що ми транслюємо. Що таке краса? Ну, вы знаете, ребят, есть наука, которая существует с начала столетия, она называется нейроэстетика, и там огромное количество специалистов, вот уже много десятилетий подряд, пытаются определить, а что же такое красота и как ее люди воспринимают. И по мнению специалистов, это очень такой объемный пласт. Мы не воспринимаем только глазами. У нас есть подсознательное восприятие, которое основано на основном таком золотом делении или золотом сечении, как его еще называют. Я думаю, мы поговорим чуть подробнее, да, позже. Это наше психологическое восприятие, основанное на нашем опыте и на том опыте, который выстроен на моменте общения с огромным количеством людей в нашей жизни, да, проходят какие-то накладочки, и это, конечно, среда, это наше субъективное восприятие культуры, национального этикета, каких-то традиций, семьи, школы, где мы обучались. И вот в этом таком конгломерате и выстраивается для каждого человека понятие эталона красоты. Тобто у кожного краса своя. Совершенно точно. Так, ну от, до речі, нещодавно на 1+1 стартував серіал «Моя улюблена Страшко». Так, стартував дуже успішно, обов'язково дивіться. І головна героїня цього серіалу стикається з тим, що її несерйозно сприймають саме через зовнішність, так? От яких помилок припускається Настя, героїня серіалу? Я с удовольствием, кстати, смотрю этот сериал. Он с точки зрения даже получения личного опыта, я рекомендовала бы всем смотреть, наблюдать, как можно выходить из ситуации, что делает неправильно. В основном, на мой взгляд, сейчас как бы вопрос у Насти только с подачей, только с самопрезентацией, то есть вот с этой уверенностью, с этим, как говорят, зашел человек и стержень видно, да, вот несколько, она несколько растеряна. Харизма, іншими словами, так? Да, с харизмой отдельная история. Она несколько растерянная, она зачастую не уверена в себе, очень много, как я говорю, мелкодробных, семенящих, суетливых движений, и это, конечно, читается людьми как неуверенность в себе. Люди воспринимают такого человека как слабого игрока и, соответственно, начинают действовать по отношению к нему с позиции силы. Так працює. Дійсно, знаєш, немає ідеальних людей, є дуже гарні дівчата бувають, але вони не впевнені в собі. Так само бувають дівчата, які мають, як нам здається на перший погляд, знаєш, там якісь недоліки у зовнішності, а вони їх наче очолюють і кажуть, що це круто, і всі потім хочуть стати такими, ну, такими, як вони. Або, принаймні, поважають. Або ж поважають, так. Ну, дійсно, ну, наприклад, Кім Кардашьян, там, якби вона комплексувала, що в неї, там, не знаю, сідниці великі, і ще вона навпаки це зробила. Вона зробила це трендом, і тепер дівчата хочуть стати, як вона. Тож поговоримо з тобою трохи пізніше, за буквально 10 секунд, про те, як очолити свої, начебто, недоліки. Ну, я думаю, що все ж таки почати потрібно з того, що ти сказала до цієї паузи, так, про цей золотий перетин, чи золотое січення, так? От як ми сприймаємо оточуючих? Специалисты говорят, что первично на уровне подсознания мы все-таки тоже руководствуемся принципами золотого сечения. То есть со времен Пифагора было определено как золотое деление, затем Леонардо да Винчи как золотое сечение, затем Лука Пачоли вывел это как божественную пропорцию. И ну, некоторые люди могут сказать, но я никогда об этом не слышала, о золотом сечении, как я могу воспринимать? Дело в том, что по принципу золотого сечения или золотого деления развивается все в нашей природе, все живое. То есть растет дерево, распускается цветок, формируется раковина. По принципу золотого сечения. И наблюдая эти процессы, наблюдая это множество красоты природной, люди все равно воспринимают это внутренне за эталон, даже, возможно, не понимая, что это пропорция золотого сечения. Да. И подсознательно мы руководствуемся все-таки пониманием вот этих пропорциональностей. Симметрии лица или не симметрии, пропорциональности фигуры, где-то формы, гармония и так далее. Это первое. И второе, конечно, то, что мы уже говорили, это субъективное наше окружение, это наш реальный мир и те традиции культури, культура, в которой ми росли. Ну, якраз таки, якщо взяти будь-яку людину і отак от навпіл розділити, то жодної у світі немає симетричної людини. Да, но здесь вопрос, понимаете, золотая симметрия, она не читается разделить напополам, а она читается в пропорциональности, расположение глаз от переносицы, общего пропорции лица, нос на таком-то расстоянии от подбородка и так далее. И те лица, которые люди вот по экспериментам, по большое количество экспериментов проводилось с людьми, по фокус-группам, те лица, которые люди называли абсолютно симпатичными, приятными, красивыми, были приближены к этому золотому сечению. Так, до речі, знаєте, сьогодні така дата теж симетрична, можна так сказати, 9.09, і ми сьогодні про це говорили зранку, і що сьогодні щось може трапитися містичне. Тож пропонуємо нашим глядачам так само написати, якщо сьогодні з вами щось таке вже трапилося, або ж ви відчуваєте, що може трапитися, так само пишіть, або ж у такі дати загадуєте бажання, долучайтеся до нашої розмови. Юлі, в тебе бувало таке, що у такі симетричні, скажімо, дати з тобою щось траплялося несимметричне? Я вообще верю в чудеса. И я считаю, что каждый день нам предоставляются какие-то шансы, и каждый день с нами происходит что-то чудесное, нужно просто замечать это. Так и есть. Так, ну, потрібні поради все ж таки, да? Все ж таки, ось сьогодні День краси, нехай і, так, і симетрична наша дата, але День краси, а дата красива, відповідно, так? І от як, ну, можливо, як вдало одягнутися на роботу, або там на першу співбесіду, наприклад, так? Аби от справити те саме надважливе перше враження. Здесь вопрос не только соблюдения дресс-кода, но и как бы то, что мы называем правильной подачей, да, правильной самопрезентации. Если мы будем говорить о деловом дресс-коде, нужно просто заглянуть в правила дресс-кода. Кратко, о чем это? Женщина не должна быть оголена, область подмышки, не должно быть короткая юбка или платье нижнее, не должна быть вызвучена область декольте. То есть деловой стиль с легким акцентом каким-то аксессуарным. Для мужчины это также одежда классического кроя с классическими туфлями приближена к деловому стилю. И вы никогда не ошибетесь, одевшись так на собеседование или какую-то первую встречу с руководителем. А вот тоже интересно, потому что специалисты говорят, что девушка на первое свидание не должна приходить излишне сексуально выглядев. То есть лучше все-таки быть сдержаннее, лучше быть сдержаннее и в одежде, и в аксессуарной части, и в общении, но проявлять вот свое внутреннее естество, да, и давать человеку тепло, давать энергию, и тогда точно никто не останется без внимания. А в тебе бувало, що дівчина приходила на побачення, ти бачив, який вона має вигляд, і більше з нею не зустрічався через зовнішній вигляд? Я тобі більше скажу, вже там 4 роки перебуваючи у шлюбі, мені дружина якось нещодавно, ну не мені навіть, в одному інтерв'ю сказала, що коли я прийшла на перше побачення з чоловіком, він був в якомусь жахливому розтягнутому светрі, який мені дуже подобався, до речі. І вона тоді на мене подивилася, ну ми там поспілкувалися, покликали, вона подумала, так, ну окей, перевдягнемо його потім. Так Тимур тебе одягає так добре, Інна молодець. Тимур, наверное, хотів оказати впечатлення такого свободного художника, творческого человека. Зручно, зручно, тепло. Вот видите, все равно мы всегда как бы свой образ подстраиваем под свое внутреннее я и под внутреннюю подачу, и желание оказать впечатление, да, соответствующее. Поэтому все в рамках. От я враження не хотів проявити, так би мовити, своїм зовнішнім виглядом. Просто був собою, а далі вже харизма. От харизма. Харизма, до речі, важливо. І от давай все ж таки, якщо ну, не ідеальне там щось в тебе в зовнішності, як це винести на перший план, аби цим навпаки пишатися, це стало твоєю родзинкою, скажімо так, щоб не змінювати, тому що якщо ми почнемо підлаштовуватися під усіх, під це золотий перетин, робити пластичні операції, не знаю, одягатися так, як це потрібно там, як подобається людям, то тоді всі будуть просто штамповані, однакові, а як зробити так, щоб ти особистістю залишався і себе любив, і тебе вже почали інакше сприймати? Ты знаешь, Стась, мне очень нравится высказывание одного профессора французского по психологии, который сказал, человек, который не умеет любить себя, он не умеет любить другого, он просто не знает, как это делать. Когда ты не любишь себя и не любишь мир, и в ответ к тебе приходит то же самое. Потому что любые твои черты характера или черты внешности, которые тебе кажутся ошибкой природы, для кого-то являют собой абсолютную ценность. Я картавлю. И кто-то говорит, что это вообще огромный недостаток, и с таким недостатком нельзя заниматься спикерством, и не быть в программе телевизионной и так далее. Кто-то слушает это и говорит, боже, это такой шарм у тебя. Это твоя родзинка. Ну, почему я должна этого стесняться? Одразу в тебе было так, что ты цього не соромилася? Напевно, что в школе было по-иншему, так? Нет. Нет, я как-то не обращала на это внимания, и мне казалось, ну это же я, и я такая. А почему я должна ограничивать себя в своих желаниях, не знаю, быть на сцене, да, я стою лет на сцене, или общаться так, как я хочу, или думать, что я не могу разговаривать, что кому-то это может не понравиться. Нет, мы родились такими, это все наше, и это все наши особенности, которые нужно просто нести в свет, и всем нравится невозможно. Но у тебя всегда будут люди, которые будут это обожать. Вот и все. Клас. Ну, хотілося б, знаєш, якусь таку, якийсь лайфхак, можливо, є якісь вправи, я не знаю, щоб так... Вправи на те, як полюбити себе. Так, як полюбити себе, може якось тренувати себе, не знаю, стояти перед зеркалом і казати, я найкраща. Слушай, это действительно для многих людей, я вот сейчас задумалась, мне большое количество вопросов таких задают. Для некоторых людей, даже, наверное, для большинства, это действительно очень сложно и непонятно, как это. Я всегда говорю, начните с малого, начните... В чем любовь? Любовь в заботе о себе, о своем здоровье, да, в первую очередь, о своем теле, потому что тело – это наш храм, и оно должно быть... таким, чтобы приятно тебе было в первую очередь на него смотреть, да, и демонстрировать его, если есть такое желание. Давай, перепрошу, поставимо паузу. От, в принципі, лайфхаки, які допоможуть вам покращити стосунки з колегами, ставлення до самого себе, стосунки з друзями, коханими за декілька хвилин. Дочекайтеся. Ми повертаємося в студію «Твого дня» і у ваші екрани. Ми вже за столом, це говорить про те, що наш обід вже майже готовий. За столом Стася Ровінська і Юлія Юдіна. І ми до перерви обіцяли якраз таки ось такі лайфхаки, так? Як правильно от і полюбити себе, і як, щоб ставитися... Презентувати себе. Мистецтво самопрезентації, називаємо це так. Давайте сначала определим, что такое самопрезентация. Да? Самопрезентация – это некий процесс, который формирует человек у других людей. Да? Что он умением подачи себя, умением актуализировать интерес к себе, там, своим качествам или к услуге, которые он предлагает. Самое работающее правило было, есть и остается, это правило 30 секунд. Это когда мы, встречая человека, знакомого или незнакомого, всегда говорим ему что-то приятное, ободряющее. Да, и мы можем просто сказать, я так рада тебя видеть, мы давно не виделись, и для меня это прямо большое счастье всегда. Я могу... Правда? Это правда абсолютно. Это первое правило, всегда говорить правду, иначе это будет восприниматься как лесть. В принципе, в будь-якій людині можно знайти те, что тебе подобається. Совершенно точно. И сказать правду. Я всегда говорю, не молчать. Не молчать. Вы заметили красивое украшение? Скажите. Вам нравится, как человек ведет себя? Скажите. Вы благодарны ему за консультацию? Поблагодарите его. На это нужно не более 30 секунд. Но человек в это время получает одобрение. Он получает энергию от вас. Он получает мотивацию и с совершенно другим настроем двигается дальше по пути. Тобто ось ці 30 секунд і вже м'яч на твоєму боці. І поміняли, ви можете поміняти настроєння чоловіка, ви можете зробити взагалі його сьогоднішній день, звісно. Так, ну 30 секунд зрозуміло, далі як діяти? Далее поэтапно, пошагово. Ну, мы всегда, давайте вот общие, да, правила. То есть мы всегда говорим человеку ободряющее, приятное и благодарим его. Мы всегда разговариваем, как я говорю, с полуулыбкой на лице. Это очень важно и это обязательно. Мы всегда в разговоре как можно чаще называем человека по имени. Это всегда приятно и это всегда работает. И мы обязаны просто замечать все хорошее, что человек делает для нас, либо для других людей. Потому что, поднимая самооценку человека, с которым вы общаетесь, вы всегда будете притягивать его к себе. Понижая его самооценку, вы всегда будете отталкивать его от себя. И это основное правило правильной, как я говорю, результативной коммуникации. Друзі, ви такі класні, ви такі чудові, ви такі гарні. А бачили б ви наші гомбовці? А їх ви побачите. А ви їх вже побачите за декілька миттєвостей.